Двор между улицами Ленина и Гилева известен многим биичанам. Между гаражей проходит тропа от трамвайной остановки до автобусной. Место неопрятное, совсем не благоустроенное. Гаражи начали разрастаться здесь еще в 80-х. 2 года назад, в 22-м году, в администрации началась борьба с нестационарными постройками и наведение порядка на этой территории. Осенью 24-го начался активный демонтаж гаражей. Владельцам железных будок дали время на добровольный снос конструкций. Срок до 31 октября 24-го. Гаражи начали разбирать, вывозить, сдавать на металлолом или продавать. Цена доходит до 200 тысяч рублей. Сергей считает, что ему повезло, удалось купить всего за несколько десятков тысяч, да плюс еще 10 на услуги автокрана. Кто как завернет. Одна бабушка тут 120 тысяч запросила за гараж. Это ужас какой-то. Ну, кто подешевле, меня устраивает. Поставлю около дома и все, машину под этим, под прикрытием. Прежние хозяева легко отказались от незаконно установленной металлоконструкции. Другие владельцы, семья Замятиных, напротив, всеми силами хотели сохранить свой гараж на месте. Начали собирать документы, согласовали строение с энергетиками, водоканалом, тепловиками, оплатили пошлины, однако гаражная амнистия не коснулась территории Нагилева. Своим гаражом пользовались? Пользовались мы. Вот конечно. Машина стояла у нас здесь. Мы теперь вывезли в сад. Гараж вывезли в сад. Вот и все. И не знаем, как будем пользоваться. Гаражи, которые после установленной даты останутся на месте, вывезут на штрафстоянку. Таких пока большинство. В срок убрали лишь несколько десятков конструкций. Теперь на их месте грязь, строительный и бытовой мусор. Хлам, который десятилетиями копился, в одночасье отправился на мусорку. За несколько дней она разрослась так, что биичане окрестили ее «царь-помойкой». В этот раз реакция на сообщение о выросшей свалке последовала быстро. Мусор вывезен. Администрация города отслеживает ситуацию по сносу несанкционированно расположенных гаражей по переулку Романа Гилева. На постоянной основе ведется мониторинг состояния рядом находящихся контейнерных площадок. И по мере накопления мусора осуществляется его вывоз на полигон. Биичане обращают внимание властей на еще одну обнажившуюся проблему. Открытыми и неогороженными остались смотровые ямы и погреба, расположенные под некоторыми гаражами. И пока никаких действий никто не предпринимает. Осталось неизвестным и то, что будет находиться на этом месте после того, как двор полностью освободят от незаконных построек. Жители соседних домов мечтают о зеленой зоне, однако прежде чем здесь смогут зацвести цветы, потребуется вывести не одну тонну мусора и рухляди. Евгения Ежут, Андрей Сигаев, «Будни».